перепугане. Два глаза, як два п'ятника. Почему? А потом. А я стою. Чего-то жду. А музыка играет и играет. А я стою. Эрику жду. Которая меня не замечает. Немає реки. Захворела. Починається осінь, простуди, температури. Так що будемо з вами справлятися самі. Зараз мозги на місце поставимо. Брівошик з'їдім. Мозги проснуться. Руки заработають. Ноги будут плясать. Главное соображать, какое меню сделать. Ну, это я всегда соображаю. С утра пораньше. Так что никаких проблем абсолютно нема. Помидорчики. Рикотта. Сегодня решила сделать минестроне. У меня струнные котлеты. Сейчас как на куховаре. Сейчас как на куховаре. Мало не покажется. Перекину на плиту пустые кастрюли. И это уже все. Это уже считайте, что у вас все варится. Главное зажарку из утра на плиту. Идем на ем. Минестроне, что скажете, чуток картошечки добавить. Зажарочка. Нет. Вот она я. Чуть подальше. Сегодня еще как назло. Оп, о, стало. На. Вернее, не опоздала. Автобус в пути задержался. Пропустила первый поезд метро, пришлось ехать на второй, значит 15 минут потерянных. Одно радует, чуток похолодало, мороженого стали кушать чуток меньше, поэтому у меня как бы ручки развязаны. Не можем так. У меня соус к нашим панцовкам. Субоди ночи. Ореховый соус. Так. И размораживайся. И сюда. И сюда. Наши мозги. У мощи нет. У все не могут. У всех сегодня утро занято. Сказала, я, говорит, приду, заменю кого-то из баристов. И один барист или Мишка, или Аля придут на кухню. Я им скажу, пару шкафчиков помыть. Это уже мне будет помощь. Так, сейчас занимаюсь. Нам либо их печали. Концентрацию.
оставляем решетки, включаем воду, варим пасту. И погнали. Давайте ангели строим. Вердуры пер минестроне. Зеленка. И там шкварчала, и тут шкварчит. Та, что тут не шкварчала, что там не шкварчит. Набор овощей кубиками порезаны. Две карташинки туда. Зажарка сельдерей сварится. И потом мы отвариваем рис. Кто хочет с рисом. Короче, у них минестроны, каша малаша, ложку не провернешь. Если кто помнит, я его потом в конце чуть-чуть блендану. Ладно, я кушаю. Минестрончик. Вровень зальем водичку, помидорчик, мяско, овощи. Да. 3 секунды, у нас уже все работает. Так, плиты не хватает, относим туда, ставим следующий. Да, народ, чуток мороженого тоже у нас закончился. Неприятность эту мы переживем. Разберемся. Мороженое тоже сделаем. Так, открываем дверь, бы тут жар. Там шкварчит, там шкварчит. Как назло, закончились сами такие ходовые вкусы мороженого. Трудишь твою через коровинку. Але ты раб лампы. Ой, то есть раб кухни. Если Али у нас раб кухни, раб уже сбежал, кстати, то я подохну. Рабыня Изаура. Ой, мне Изаура не нравится. Ладно. Просто рабыня. Сейчас надо Эрику спросить. Если ее еще завтра не будет, то мне придется остаться, чтобы сделать мороженое. Потому что у нас сегодня уже времени нет. Разве что после работы. У меня уже там полный готовченко. Минестроны сваренный. Юшка к пасте сварена. Рис варится, так за рис не забыть. Сейчас кинем пасту. Накрутим котлет. На завтра заготовим рагу, сделаем каннеллони. По типу лазаньи. Да? Да. Долго ли умею? Последний шматочек мяса. Смотрите, какое мяско красивое. На котлеты, да? Его цельным кусочком-то на шашлычок. Вот это было мяско. Ничего. Котлеты тоже должны кушать. А там у меня тортик печет. А тут у меня крудоела на поготове. Сейчас пасту кину и будет готово. Потом покажу вам весь стол. Сейчас пока нет. Возле пасты я стою. Бо панцотти стерегу. Но как развалится, будет на мои ухо похож. Видите, сколько мне уже всего на подогреве стоит. Уже все готово. Не переживайте. Лелек справится. Где наша не пропадала. Паста тоже быстро варится. Я снимаю, а Ву пришел сзади. На меня смотрит. Ржет. Идем, Арит, кофе попьем. Ну, идем. Еще раз кофеечку бахнем. Сейчас Ву заменит бариста. Борист заменит рексончика. Варенички сварились. Паста тоже готова.
Главное сельдерей найти. Кинуть. Сельдерей. Витамин. Подлейтус. Вкусно. Заодно на соль попробовали. Фыркаем, но не в кашу. Сейчас тортик запищал, выскочил. Сейчас мы сюда добавляем. Un filo d'olio extravergine. Вот так вот. Перемешиваем и выливаем в такой ковшик. Видите? Масса не сильно такая пюрированная. Но густая. Картошечка ее загустила. Фрекенбок. Вы, наверное, сошли с ума. Только 9 часов. Блин, ребята, у меня уже практически все готово. Не осталось, конечно, котлеты и картошка. Это ж на раз-два и голяду. Опс. Так, тут надо дошкрепты. Сейчас. Эриксончик, вени, ci pensiamo noi con Ale a curarti, toglierti la febbre, porca miseria. Guarda che menù meraviglioso. Te lo leggi con calma. Sono i primi, secondi, la Lili presente, domani cannellone e oggi minestrone. E qua anche le polpette pronte, eh? Включаюсь 11:30. Рыба есть, две рыбы есть, котлеты есть, пляшки есть, гамбургер готов, картошка нормально, закуски есть, тортик есть, крудаёла есть. Смотрите, как смотрится минестроне, очень хорошо. Соус ореховый есть, просто есть, рис есть, помидор есть. Вода не кипит. Неподобство добавим. Ремко в огню. Ремко в огню. Варенечко есть, паста есть. Все. Ждем-с. О, мои ребятки первые идут. Сейчас Мишка у меня будет кассиром сегодня. Эриксончик, чего ли ту аману? Сынок, а? Vogliamo nella spazzatura. Ci manchi. Guarda, guarda. Guarda. Tutto pieno, tutto pieno. Tranquilla, ci penso io. Ci pensa te. Penso io. Не успеваю за мной. Вот так вот. Все пустое. Все продали. Перемыть бы теперь все. Уже людей нема. Это называется, ребята, фантомас разбушевался. Что у меня осталось? Чуть-чуть риса, чуть-чуть пасты, которую я 3 раза доварила. Соус, соус и соус. И сыр. Все. Тереза. И чистые кастрюльки. За минестроне чуть последние 2 клиента. Не передрались. Говорит, я хочу. Не хватило. Выбачайте. Холодильничек. Соусы на завтра. Сыр на завтра. Ну, это свежий холодильничек. Завтра закончим. Все, ребята, пока. Тереза мне сейчас все помоет. А Лилюк на хаус. Людей нема. Нема. Все, можно идти. У нас, кажется, опять дождь собирается. Собирается. Там светло. А тут темно. 5 часов вечера. Шкандыбаемка мы до дома. Вот так, потихонечку. Уже даже не хекаю. Вот так вот.